Лучший школьный краеведческий музей региона находится в Октябрьском районе мегаполиса, в школе номер 52. Сегодня подвели итоги регионального конкурса. Мой любимый зал, так сказать, это русская изба, где также бабушки, которые вокруг живут, и они сами любят туда ходить. Эти бабушки приносят вещи своих бабушек, поэтому там такие старые вещи. Ну, дети, ну, особенно девчонки, не могут пройти мимо, люльки, эти, куколки. Залов несколько. Артефакты советских времен собраны в зале истории Закаменки. А страницы 80-летней деятельности школы можно пролистать в образовательном зале. В этом году в финальном этапе конкурса музеев приняли участие 11 учебных заведений. Учитывали сразу несколько критериев. Количество экспонатов, красочность экспозиции, большая часть которой должна быть связана с историей родного края. И жюри отмечает, что у новосибирского призера есть все шансы показать неплохой результат и на всероссийском этапе. Мы планируем на основе краеведческого общества Новосибирской области взаимодействовать со школьными музеями, помогать им. И, быть может, даже в следующем году мы попробуем получить субсидию именно для лучших школьных музеев Новосибирской области.